Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный пистолет М9 от компании KG Works поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, каталог продукции KG Works, сам страйкбольный пистолет, магазин, лоадер и переходник к нему, а также коробочка с тестовыми шарами. Данный страйкбольный пистолет реплицирует американскую версию 9-мм итальянского самозарядного пистолета Beretta 92FS, в данном случае Beretta M9, который до настоящего времени состоит на вооружении армии США. Модель М9 от компании KG Works функционирует на сжиженной газовой смеси стандарта Green Gas, резервуар для которой расположен в магазине. Сразу следует отметить, что использование других типов сжиженной газовой смеси, а также углекислого газа может привести к поломке изделия. Для того, чтобы заправить магазин, нам понадобится баллон с Green Gas'ом. Необходимо повернуть магазин пяткой кверху и совместить сопло заправочного баллона с входным клапаном на пятке магазина, после чего с усилием надавить на баллон. В результате этого будет слышен звук шипения. Стихнувший звук шипения свидетельствует о полной заправке магазина. К характерным особенностям данного пистолета можно отнести имитацию хода кожух-затвора назад при стрельбе. Пистолет преимущественно выполнен из металлического сплава. Из ударопрочного пластика выполнены только щечки рукояти. Механический предохранитель представлен на данной модели в виде двухстороннего флажкового рычага на тыле кожух-затвора. В нижнем положении предохранитель включен, в поднятом положении выключен. Пистолет двойного действия, стрельба возможна как самовзводом, так и после предварительного взвода курка. Для производства первого выстрела необходимо отвести кожух-затвор назад до отказа и отпустить. Дальнейшее взведение ударно-спускового механизма будет производиться автоматически при стрельбе. По окончании шаров в магазине пистолет встанет на затворную задержку. Для регулировки хоп-апа необходимо отделить кожух-затвор от рамки пистолета. Для этого утапливаем овальную клавишу на рамке справа и поворачиваем рычаг на рамке слева по ходу часовой стрелки и снимаем затвор. Снизу на имитации патронника имеется ниша для шестигранного ключа. Поворачивая его по ходу часовой стрелки, мы увеличиваем степень подкрутки шара. Прицельные приспособления представлены в виде нерегулируемых открытых мушки и целика. На прицельных приспособлениях имеются контрастирующие точки белого цвета для облегчения прицеливания. При правильном прицеливании они выстраиваются в линию. Установка магазина производится вертикально вверх в основании рукояти до щелчка. Для того, чтобы извлечь магазин, необходимо нажать на клавишу экстракции магазина, после чего он сам выпадет вниз. В комплекте поставляется металлический магазин. Для того, чтобы заполнить его шарами, понадобится лоудер. Также можно зарядить его вручную, удерживая подаватель и вставляя в губки магазина шарики по одному.